друзья, в продажу поступил черный Kia Sorento 2010 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, мощностью 175 лошадиных сил. В паре с этим двигателем стоит механическая коробка передач, автомобиль на полном приводе. В авто всего три владельца, оригинальный ПТС. Весь автомобиль в заводском окрасе, без ДТП. По комплектации. Очень хорошая комплектация, имеет противотуманные фары, литые диски. Все четыре стекла электроподъемника, водительские, пассажирские, передние, автоматические. Также электрорегулировка и складывание зеркал. Помощь при подъеме, спуске. Стабилизация, коррекция фар, настройка яркости приборной панели. Мультируль, датчик дождя и света, штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений. Сам салон тканевый. Приезжайте, смотрите. Забирайте.